Теперь еще и нету. Давай. Вплотную подходит паль. Это черный. Утром выходить надо сейчас на прогулку. 4:40. Володя собирается, ведет их. Вывести этого надо сначала. Так. Пошел, вывел. Вот они где. О, какой метр, как не бывало. Это сегодня у нас 18-е, сочельник крещенский. Паля. Паля, ну-ка давай вот сюда, давай, давай. Я открою тебе в подпол. Все, нырнуло. Слушай, не надо, ничего нету. Говорит, запах, никаких запахов нету. Чего? Утром посмотрю, как мои голуби. Ну, они отдыхают. Видать их. Закрыто все это. А эти кошки мои здесь. Вот такая вот. Тут мягенькая такая подстилочка у них. Вот она где пошла. Надо сейчас. Ну, давай, давай, иди. Давай, иди сюда, давай сюда, под пол. Давай, давай, иди. Ну, иди скорее, иди. Паля оттуда он вылазит, ну-ка. Давай, той. Вот они где. Паля выскочила. Все, а там выглядывает, топ-топ. Не захотела. Показать, тут я с ними вожусь. Вот так. Проверяет все здесь, где. Вот там же наверху. Там еще третий этаж. Раздолье кошкам. О! Это тут нашла еще намордник собачий об него. А то он будет обнюхивать и придет. Володя сейчас его выпустил. Сейчас заводить будет. У нас такие записи везде. На улице. В церкви. То есть в трапезной. Вот она как намащивается. И что делает? Письмо пишет. Такая активность у нее сейчас. Она может уронить это. Намордник. Ух, как. Утренний эмоцион. Мохнатая такая. Как лисенок. Обдорова лежат, обдорова теперь чешется. Подошла вторая, ты чешешь. Это намордник верному принадлежит. А у этого свой там. Это я встал, сейчас утром заправлю койку. Это уже вот сколько, 51 минута. А осталось 9 минут, начало молитвы будет общее. Вот она пришла. Это мое кресло.
себе сделанный еще так, обыкновенный стул. А дальше из этих, вот она как материя дала, дерево. Ну, ни копейки нету. Зато есть то, что ни у кого нигде нету. У меня, допустим, в старом доме было от пола до потолка, ну, выше намного, метра, наверное, 3. Где-то что-то, мыши появляются, начинает, смотришь, поймает опять. Ну, все, пантеры. Пантера моя ходит. О, уличная, подобрал. До того ласковая, прямо невозможно. Надо 50 клавиатур, он лезет на колени, и тот такой тоже верный. Что это у нас? Варенье тут. Это все вот три. И еще две кастрюли. Это разное, наваренное кошкам-собакам. Ну, туда добавляю галушек. Галушки это называются. Такие вот продаются, собачий корм. Где он у меня здесь? Дили. 16 килограмм. Ну, значит, опять везде ласка, ты моя ласка. Ну. Не дождусь, где он? Здесь. А вот она сама пришла, заскочила в эту коробочку. Это специально такая с решеткой. Залезла и сидит. Она, знаешь, я даю ей рыбу гальянов сушеных. Чтобы шли, я туда приучаю их так, дрессировка. Они спрячутся вверх, залезет где-нибудь там, не достанешь. Тогда я открываю баночку. А специально баночка шуршит так, крышкой. Они мигом слетают и все. А это утро, что утром? Утром уже мы... Затопили печку. Ну, я видно, что горит тут вот. Лопнутая плита, там огонек. Здесь решеточка сверху, хлеб сушим. Везде надписи, чтобы напоминать. Кошачья. Собачья шашка. Здесь вот тоже надпись. Так, не переполнили ли ведро? Сразу посмотри. Вот так. Здесь надпись. Выключил ли плитку? Ни на шаг. А ты если включил? Хорошая надпись, смотри. А вот как включу, так я отойду. Это я тут стою, сам снимаю. Закрыто это все, тряпочкой нельзя. В отражении идет тут такое. На улицу. Это Володя тут вечер. Я ложусь раньше и раньше встаю. А то он сидит, занимается тут, глядя на ночь. Это у нас старая техника, никуда ее не деваем. Она стоит здесь. Старый принтер, вот он какой был. Ну, тот красочный мог тоже сделать. 56 минут, уже все рядом. Это никак. Надо включить здесь.
Вот так. Святое Евангелие, церковный календарь, Библия. О, зашли, пока я там был, уже привели его. Он спросит, куда она пошла. Дальше над ним, там где-то мышки есть, поверху лазят. А он уставился на нее, смотрит, верный. Вот она, где-то над дверями. Как ей туда пройти? Она там проходит. Куда проходит? Вообще. Везде книги. Книги редкие очень. Сам переплетчик. Наши глянуть на улицу, как там. Ну как, нормально. Видно все. Так, теперь я захожу сюда. И надо нам здесь зайти в скайп. Вот он где, скайп. Вот сейчас будет во свете Библии. По скайпу уже включил. Надпись. Доброе утро. О, Надежда Васильевна пришла, молиться будет вместе. Все. Сейчас мне скажут молиться, я начинаю. Мир вам.